Газета номер 8 за 2011 год. От издателя. Содержание номера. Что тут у нас есть? Август. Арбузный сезон как раз начался, поэтому о способах применения арбуза. Что можно из арбуза делать? Арбузный мед, цукаты, арбузное варенье. Арбузы соленые, арбузное масло и так далее и тому подобное. Наступает арбузный сезон, и значит необходимо воспользоваться этой ягодой для того, чтобы от нее получить всю пользу, которую она может нам дать. Опыт читателей. Это интересно и важно. Значит, вопрос такой. Хотелось бы узнать подробнее о препарате Тодикам. Что это такое? И вот я подробно описываю. Это настойка зеленых грецких орехов на керосине. Придумал ее Тодик, поэтому она имеет название Тодикам. Не просто я здесь описываю, что это такое, а вот привожу данные о грецком орехе, которые, например, Амидоврат Амасиаци еще в средние века описал его действие. И вот дальше, как Тодик все это создавал, с чем он столкнулся. Сам он тяжело болел. 18 лет он был в окопах под Сталинградом, защищал, естественно, замерз. После войны у него разные болячки были, инфильтраты после уколов, когда он провел время в госпитале. И все это дало о себе знать, что он там не мог даже ходить. Шах отзывался такой болью нестерпимой. И вот он не сдался, решил искать какое-то средство, чтобы себе помочь. Потому что медицина, ну, оказалась бессильной ему помочь. Пассивно он ждать не хотел, что с ним будет. И вот решил использовать керосин, о котором он знал, что с его помощью лечили людей. Грецкие орехи знал, он сам молдаванин, что они тоже помогают, особенно кожура грецких орехов. В ней содержится такое биологически активное вещество, вот, которое очень-очень активно. Кстати, когда берешь грецкий орех в восковой спелости, он зеленый, вот у нас растет, и так немножечко проведешь с усилием по нему, защитный слой, будем говорить, исчезает, идет такой аромат, вот аромат вот такого биологически активного вещества, иглона такой, знаете, душистый. И вот это вот, кстати, душистость и помогает при лечении различных заболеваний. И вот он сначала лечил там какие-то заболевания суставов, там рассасывал инфильтраты. А потом оказалось, что к нему обращались больные с онкологией, он им рекомендовал. Оказалось, что этот препарат Тодикамп отлично помогает и при онкологии. И значит, он начал лечить. Это время было советское, Минздрав его запрещал. Высокие покровители, которые обращались к нему за лечением. Вот, Папанин, Полярник знаменитый, получал помощь хорошую от него. Вот, опять открывали. Ну и вот так вот продолжалось.
Как действует этот препарат толком, он так не знал и сам говорил, я бы вот многое отдал, чтобы узнать за механизм его действия. Но потом подключился Волгоградский институт, начали керосин этот фильтровать, что, думаю, и не надо делать, потому что лечились-то раньше не фильтрованным, а обычным осветительным керосином. Ну и сейчас его широко продают в интернете, поэтому можете воспользоваться и очистить свою кровь. Кровь очищает он великолепно. Я лично пользовался так, беру чайную ложечку и не ложкой, а ручкой окунаю. Вот сколько там капелек собралось керосина на этой ручке. Облизал, все, отлично, больше не надо. Далее я тут рассказываю о классическом голодании, что это такое, мои рекомендации, так, сухое голодание, опять-таки, какие рекомендации надо выполнять при сухом голодании, болезни и их лечение, о бородавках и способах их лечения. Значит, у меня у самого были бородавки. Вот некоторые очень с большим трудом выводились, и вот именно их надо не, знаете, не удалять, не выжигать, не еще как-то там воздействовать, а именно выводить, вернее сводить. И оказывается, вот что для этого надо делать, как надо поступать. Я как раз большущую статью на эту тему и рассказываю. Вот какая картошка должна быть с уродствами. Оказывается, именно на вот такую картошку сводятся бородавки. Но не всегда так бывает. Бывают такие злючие бородавки, что их ничего не берет. Но тем не менее, когда создаются в организме такие условия нормальные, то они и не прилипают, и хорошо сходят. Ну, у меня были разные бородавки, и я с ними очень хорошо знаком. Ну, это разные бородавки такие бывают, это же кандиломы пошли. Вот она, внутренняя структура бородавки. Вот, литературная страничка. Опять-таки, здесь матушка Анастасия рассказывает нам месяц и 9 дней. Родилась у нее дочечка, и вот как, что она испытывала. Далее идет описание Биомедикс, чудо-прибор, ну и наша реклама. Вот и вся газета.